Для награждения дипломами первой степени Министерства образования и науки Республики Казахстан, золотыми медалями, ценными призами, ноутбуками от компании ExxonMobil и дипломами первой степени Международной Менделеевской Олимпиады на сцену приглашаются Лунин Валерий, академик of the Russian Academy of Science, Dean of the Department of Chemistry, Moscow State University named after Lomonosov, President of International Mendeleev Chemistry Olympiad. От всех участников Олимпиады, от жюри и оргкомитета, организаторов Олимпиады, Министерства образования Казахстана, замечательному центру Дарын, который все эти дни был с нами и дает очень доброе время. Сотрудникам и администрации Назарбаев университет. Я думаю, что вчерашний эксперимент был лучшим в истории Менделеевских олимпиад. Спасибо вам большое. И, конечно, вот эти просторы степные Казахстана, они, конечно, впечатлили всех ребят. Незабываемые экскурсии, их было много, и все были очень интересны. Спасибо за организацию, спасибо всем участникам. Я думаю, что со многими из вас мы встретимся в следующем году. Мы сообщим дополнительно, где будет Олимпиада. Огромная благодарность спонсорам. Компании Mobil Exxon, компании Еврохим, благотворительному фонду Андрея Мельниченко. Спасибо вам большое. Без вас Олимпиада просто не будет. Ну, и теперь мы приступим к награждению. Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, уважаемые наши члены жюри, уважаемые разработчики заданий, уважаемые руководители команды. Сегодня нам, дарынцам, чуть-чуть грустно, потому что мы с вами расстаемся. Но мы всегда рады проводить такую олимпиаду такого высокого международного уровня, потому что только Казахстан на последние 15 лет проводит это третий раз олимпиаду, только за 6 лет Казахстан провел международную олимпиаду по математике, международную олимпиаду по физике, международную олимпиаду по информатике. И мы всегда рады проводить, честно говоря, у нас мечта, Валерий Васильевич, провести мировую олимпиаду по химии. Огромное слово благодарность, что Валерий Васильевич доверил нам провести такую Менделяевскую олимпиаду. Огромное слово благодарность нашим добрым соседям, нашим братьям и сестрам, очень встречаем друг подругу по Советскому Союзу. Это Россия, Украина, Беларусь, Башкортостан. Спасибо вам за очень сложное, но в то же время красивое задание. Мне кажется, ребята получили удовольствие, решая очень такие интересные олимпиадные задачи. Мы старались, чтобы у вас все было хорошо. Огромное спасибо волонтерам и, конечно, Назарбаев университет в лице господина Шагея Кацу, потому что такой лаборатории у нас нет нигде, только Назарбаев университет. Валерий Васильевич, вам было тяжелое лето. Это ваше детище. Это Олимпиаде всего 51 год. Поэтому столетие всех благ Международной Менделяевской олимпиады.